многие из тех, кого я смотрю, показывают различные блюда, как приготавливают. А вот русская печка, это в общем голова, как говорится. Она не только обогревает, но и кормит. Вот сам процесс подготовки, к сожалению, не успел снять, но по возможности хочу показать, как приготавливается еда по-деревенски. Сколько мне не говорили, выбрось печку, а я ни в какую сопротивляюсь. На газу так никогда в жизни не приготовишь. Для начала фасоль вмачивалась в воде. В общем, решили приготовить фасоль с мясом. Ну, посмотрим, что получится. Так, достали посмотреть, что у нас тут получается. Ну, пока непонятно, но все нормально вроде бы. Вода начинает закипать. Ну, давай дальше. Что, действие? Давай, я близко буду снимать. Вот жена стесняется, а? Хоть ты самому возьми еще сделай, если бы я умел. Ха-ха, я же в городе вырос. А. Вон такой вот штукенций баба-яга садила в печку гостей своих. Ну, мы-то всего-то чугунок с фасолью в печь ставим. Ждем, что получится дальше.